Не, у Лехи спросим. Какой-то не буду такую брать. Вот эти вот. Ну да, тут лисички. Лёш, тут лисички, прям семейство. Хороший гриб, не хочется мимо проходить. Подожди, что, нельзя наступать? В смысле? Можно, маслята. Можно наступать. Хорошо. Ну-ка. Да. Угу. Дима, молодец. Вот, да. Ты пробовал? Пахнет нормально. На вкус хороший. А почему у вас 10 человек идет? Жив какой беленький. Дима у нас открыл сезон белых грибов. Вот молодец, да? Все, красавчик. Продолжай. Вот таких надо побольше. Боря, хорошо не дошел? Ох! Черноголовый. О, и рядом еще один. Ну, сезон открыли. Далее. Отлично, чистенький. Так, ну черноголовики это не белые, да? Это их вообще березовиками называют. Черноголовики, они ближе к подосиновым. Да? Андрюха нашел какого-то. А вот это что за гриб? Подберезовик. А, подберезовик, да. Но они какие-то вот. Какие-то, не да, необычные. О! Тоже у Андрюхи черноголовик, по-моему, тоже, да? Такой шляпа. Друг, так. На что похож вот этот подосиновик? Так. Ну ничего вроде, да? Не такой. Ну что же, на свечку, да, наверное? Черноголовик. Здесь черноголовики какие-то необычные. Ну такие красавцы. Угу. На вкус он напоминает лисичку, это хороший съедобный гриб. Ежевик. Угу. Да, проверено на личном опыте. Угу. Не раз. Ну, только если они еще больше вырастают, вот лопухи, они уже... Опасны, да? Новые, да. О, черноголовичек. Ну, он какой-то... Это самое нормально, уже... Нормально. Нормально еще? А ну-ка, подожди. Давай, зацени. Рядом с тобой еще тут куча, ну, правда, обычных. Вот нормально, это ж... нормально. Ну, ножка тонкая, и рядом еще тоньше. Ну, это подберезовик болотный. Болотный подберезовик, тоже чистейший гриб. Но у тебя, конечно, черноголовик вообще зачетный. Вот у него красавец. И шляпка не похожа на... Не шляпка, а ножка на подберезовик, на обычный. Да, да, ножки такие плотные, как вообще... Да, у подосиновика. О, вон тут целых два красавца. Ой, ща. Давай я посмотрю. Я Боре уже объяснял. Ежевика опять нашли? Лучше не брать, да? Тут хорошее местечко, да. Я тоже заметил. Черноголовики здесь неплохие. Ну да. Смотри. Смотри. Я где-то здесь еще одного видел. Это обычный вроде. Болотный подберезовик. Да, здесь место очень перспективное. Подберезовик.
Ой, какой красавец, а! Андрюк, смотри какой, а? Да, да вон я. Тебя надо чаще отвлекать. Смотри какой, а? Ну, а вот... У тебя тоже хороший его. У тебя лучше, конечно. Ну где лучше? Как ты можешь так судить? А почему, смотри, сколько воды в них. Хорошо. Они, ну, набрал воды, да. Болотный самый... Ладно, Леха. Леха уже набросился на него. О, вообще красавец. Давай на видео. Ну-ка, похвастайся. Да. Весь урожай соберут. Вон, Андрюха лисичек настриг. Красавчик. Вообще. Это же белый, да, или нет? Ну, белый подберезовик. А, белый подберезовик? Да, есть такие. Боря зубы заговорил. Ну так это ж тактика сбора грибов толпой. Дима, вот это... Ты красавчик. Как белые, да? Вот внизу вот здесь. Вот да, белые, белые подберезовики, да. Вообще молодец. Смотри, есть смысл глубже идти? Да пошли. Не, я бы чуть-чуть. Да? Да, желтый маховик. Андрюк, сейчас, погоди, я на камеру. Сейчас. Показывай. Они вообще раньше семьями росли. Что на камеру? Да, вот. Хороший маховичок. О, две шляпы. Раз. И два. Не, этого не буду брать. Точно белый? Точно. Поганка, отдай мне, да? Покажи шляпу. Да, красавец. Красавец. Отмечаем. Заводится срань всякая. Ну да. Вот, пожалуйста, ножка вся уже. А я, по-моему, беленького нашел. О, господи, он весь червивый, собака. А, съеденный весь. Червяками весь съеденный. Белые, серые. Не знаю, как ты в них разбираешься, когда они там споры дали, когда нет. Вот это. Вот это хорошие, кстати, даже ничего. Да? А как ты определяешь, что хорошие? Они чисто серенькие. Ну, видишь, на соне, ну он желтеть начал, но это нормально. Что... Понюхай, как пахнет. Да, приятно. Будешь брать? Нет. Спасибо. Я готов тебя угостить. Как-то я еще не привык такие грибы кушать. Ну, вот уже порется начал. То есть его выкидываешь? Да, видишь. Ага, а этот? Ну, скорее всего, тоже. Не, ну, больно. Да? Ох, какой подосиновик, какая красота, а? Или это белый, погоди. Это на белый будет. Не, это подосиновик. Хотя, да, это красный будет. Это красненький, да. Ножка красненького, да? Угу. Ну, видишь, уже угу. Нормально, не зря. Все, не уходим отсюда, да? Не зря в лес пошли. Беленький, по-моему. А нет, подосиновик, что ли, Лёх? По-моему, подосиновик, ну такая, такой красивый, как на белого похож. Хорошенький такой, красавчик. Да. Ах, нет, шляпу не...
Ау! Давай где по суше, по кромке, под осиновиков хочется. Дима сорвал первого в своей жизни под осиновика. Какой хороший, красивый гриб. В сторону снимает у тебя. Вообще, ох. Не, много-много срезаешь. Дима, не, ты не, что? Еще. Это пол сковороды, можно сказать. Красота. Червей, не, вот это вот. Да зачем ты так кромсаешь? Там гнилое было. Ну вообще, ну. Это когда чистить. Дима, ну ты вообще, ну настоящий тихий охотник. Росла. Ага. Пронзила гриб и вышла. Да-да-да, смотри-ка. Вот природа. Хорошие подберезы к черноголовики. Да, хорошие. Черноголовички нормальные. Молодец. Молодец. Ой, Дима, говорю. Лёш, ты этого не берешь, что ли? А я не беру. Хороший же грибок. Поганка, может, наверное. Прям под ногу у тебя. Слушай. Налево, да, похоже, белый, да, белый, червей, белый. Сука, видишь? Жалко, да. Но это радует, хоть есть грибы. О, лисяндры. Хоть лисичек пособираю. Да. А вот и грибулик. Хороший. Масленок, Леш. Масленка вроде нашел. Он? Да, да, да. Ну да, вроде похож. А... Белый, по-моему. А нет, масленок это. Ау! Ага. Налево, да, да, да. Интересно. Надо же. Чего в лесу, да, только не найдешь. Надо лестницу, вон, собираешься, береза жива и срезаешь. Но это вот то, что нужно. Видишь, живая, хорошая береза в лесу и чага вот. Она жесткая? Что жесткая? Жесткая, она как камень. Она срезаешь еще такая более или менее, а потом высыхает, она как камень становится. Честно. Вон, дождевики, да, опять? Ага, да, хорошие будут. Да, да, Дима, дождевики хорошие. Ну, твой любимый гриб. После мухоморов твой. Дима, иди, вон еще чага. Дима, вот чага. Вот, вот эту можешь срезать, эту, вот эту. Нож тебе оставить? Нож только это самое, не потеряй, верни. Смотри, живая береза, живая чага, вот черненькая. Все, что черненькое, срежь себе в какой-нибудь маленький пакетик. Это можно не залазить, да? Не, ну высоко не надо. Вот эту, которую достаешь, срежь аккуратно. Верхний слой, вот до коричневого. Я тут рядом хожу, чтобы время не терять. Нож не потеряй. В какой-нибудь пакетик отдельный. Небольшой. Черное. Все, что черное, видишь? Вроде больше не видно. Папоротник растет красиво.
А это, по-моему, масленок. Эх. Или нет? Это опять какой-то непонятный. Это черноголовик. Черноголовик, но какой-то он подвысохший. Да что вон на этом? Так в руках. А что там разложить? Куда, куда? Там вода, блин, помидоры. Тарелки что, на кухне? Ну, сейчас сходим закатить. Красота, да? Давай, что это? Очень много дождевиков вот этих. Так, ну вот, нашло просветление. И первый белый красивый гриб возле нашего места обеда, обеденного, да? Костра. Да, да. Ну, поджарить можно. Что, поджарим? Что, будем кушать? Пожалуйста. Красота. В разу пишет? Не, можешь потюкаться. Да я шучу, конечно, пишет. Красота. Вот так же, представляете, миллион лет назад люди сидели возле костра. Какая красота! Блин, я отхожу, чтобы ты попал. А я наоборот, чтобы не попасть. Ну. Вася, ну чё? Червивый. Червивый. Ну он вот сейчас вылез, получается. Да не, пойдет. Нормально. Нормально. Че, еще одного? Польский. А, блин. Ага. Собирал как будто это синька будет. Ну это не этот самый. Синюшка, синяшка, сейчас она будет синяя, нет? Не, это нормально. Нормально? Это маховикового плана. Вот так вот. Что, на четверых ходили. Сколько мы часов ходили? Три часа, четыре часа на четверых, но вполне приятный результат. Три корзины, один пакетик грибов, и чуть-чуть и белые есть. Вот белые, вот таких у нас сколько штук? Ну, сбили со счета, да? Все внизу завалено, ну дофига. Черноголовики, подберезовики, маховики, подосиновики. Вот это вот. Андрюх, это какой? Синявка. Синявка какая-то. Потом ежевики какие-то, да? Что у нас тут? Подосиновики. В общем, красота. О, какие. Галлюциногены. Шляпы. В общем, все. По-моему, зачет, да? Да. Вообще отлично.